Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, небольшая объявляшка. Как вы могли заметить, 27 числа вышло последнее видео, и пока больше что-то ничего не выходило, ни 28, ни сегодня, ни 29, надеюсь, я сегодня этот ролик выпущу. Вот, в чем прикол? Мне понадобилось уехать на дачу, причем это не отпуск, я продолжаю ездить на работу, все дела. Вот, и, соответственно, пока что просто не получается смонтировать и выложить новые видео. Вот, я, может быть, в этот раз что-то смонтирую. Я окончательно вернусь в Москву 5 числа, 5 августа. Вот, поэтому если за это время, больше сейчас вот за неделю не выйдет никаких роликов, уж, как говорится, извините, пожалуйста, вот. Ну и плюс это сейчас ситуация с Ютубом, вот это когда там все замедлилось, когда там хер пойми, как работает. Вот я сегодня вот приехал в Москву по делам, и тут вообще, тут Ютуб просто вот на компе, он недееспособен. Мне чтобы там, я пару каких-то роликов пока ехал, хотел посмотреть, мне пришлось их скачать, блин, и посмотреть на компе, вот, потому что по-другому он просто меня не грузил ни в 480, блядь, ни в 360, никак. А вот. Но, тем не менее, что-то как-то где-то выйдет, вот. Как минимум, Dying Light я дописал до финала сюжетки, там, естественно, всякие DLC-шки еще и прочее, а вот. И, в принципе, вот, просто чтобы вы знали, что никуда ничего не пропало, вы можете, опять же, скажу, сейчас там на экране появятся наверняка все эти QR-коды, в который раз повторюсь, что я написал книгу, которая сборник рассказов, при этом связанная между собой, и это именно связанная книга. А сделал, у меня был третий канал, который такой, как сказать, бонусный, пустующий и так далее. Он полностью теперь под мои писательские всякие штуки. Там вышло два видео уже. А вот отдельная группа ВКонтакте и отдельная группа в Телеграме. На все это ссылки на экране сейчас, наверное, появились. И в описании они, соответственно, тоже будут. Переходите туда, то есть там вот появляются всякие это, ну вообще, если вам просто интересно мое творчество, я тут вот как бы, это туда-сюда. 18 августа, тоже маленький такой затравочный кусочек. Даже поста еще в группах об этом нет, но 18 августа я буду на публике читать один из рассказов из этой, из моей книги. Вот, так что дело движется и планируем потихоньку. Короче, там в группах все расписано, я там уже сделал пост про то, как что будет выходить, поэтому можете подписаться туда, там я есть. Вот, а игры будут скоро опять выходить. И, возможно, кстати, опять же, вам, вот кто посмотрит, сразу такой вопрос, можете в комментах написать. А если сейчас с Ютубом все совсем жопа, то есть, во-первых, напишите, смотрите вы или не смотрите Ютуб, как, что и почему. И, типа, куда, возможно, стоит тогда еще залить, допустим, там, DLC-шки к Dying Light, когда начну проходить. Потому что, естественно, весь Dying Light у меня уже нету роликов по нему. Я там 30 серий не хранил. Вот, ну просто куда их можно залить? Куда? Рутуб, этот ВК, может быть, Дзен, вот, даже не знаю. Потому что, честно говоря, из того, что я везде видел, все какое-то, какая-то хрень, и мне вообще, то есть, не нравится. А вот, ну да ладно, в общем, короче говоря, напишите, что думаете, что это. И вот такой вот маленький и анонсик, и новости, и прочее. Короче, не теряемся, вот так. Все, всем всего доброго, играйте хорошие игры, всем пока, читайте хорошие книги, подпишитесь там везде. Буду очень рад вас видеть еще и в моих этих творческих группах, где я рассказываю про свои рассказы, про свои книги, про свое там все это. Да, уже в скором времени там, ну, короче, ведется работа. Вот первую я написал книгу, сейчас там с издательством всякое работаю, с изданием этой книги. Вот, а, соответственно, на Ютубе, собственно, ролик даже на этом канале выходил про то, что я написал книгу. Вот, а уже в процессе написания следующее. Так что вот так. Все, всем всего доброго, играйте хорошие игры и всем пока! Yeah.